Мы сейчас находимся в самом центре города, на улице Свободы, 77А. Если вы еще до этого момента не знали, как должен выглядеть памятник архитектуры, то сейчас мы вам все расскажем и покажем. Вот он. Начнем с главного, со статуса этого дома. Дом признан памятником архитектуры, но администрация города не хочет его сносить по этому поводу и ремонтировать его тоже, как получается, не хочет. Вместе с жительницей этого дома Анной мы начнем обзор с фасада. Ну вот, как видите, тут уже штукатурка уже вся обсыпалась, дом сам деревянный, то есть он чем-то обшит просто снаружи, то есть двери тоже все уже взломаны, окна, не везде стекла есть, это еще с этой стороны еще более-менее, ведь с другой стороны там вообще уже что попало происходит. Тут экскурсию с другой стороны дома продолжила мама Анны. Вот видите, первый этаж. Посмотрите. Вот как тут можно жить? Платеж 8 тысяч в месяц за две комнаты вот в этом доме. Это что, как будто в пентхаусе живем, да? Теперь самое время пройти внутрь дома. Женщина провела нас сначала на кухню. Вот, то есть только горячая вода. Холодной нет воды. Вот, то есть мы включаем. Да. Там, видимо, подвале гнезда трубы. То есть вода только горячая? Только горячая. 12 дней. Вы как-то остужаете, да? Да, вот мы наливаем вот сюда, вот в это ведро воду. Она здесь остужается, и потом уже можно посуду мыть или помыться, или что-то умыться. Ну, а теперь переместимся в ванную комнату, холодную ванную. Отопления нету вообще. То есть как душ ходить или что-то. Холодная батарея, вот. А как там отопления нет? Не было его с ноября месяца, мы звоним, и никто не приходит, ничего не делает. Обещаю, что придем, никто не приходит. Ну и на этом еще не все. Самое время пройти в коридор. Это вкусно. Первый этаж, вы можете посмотреть. Ну, это потому что, видите, уже какие-то просто завалы. Я говорю, не жилой дом-то уже почти. Поэтому это выглядит как заброшенный дом уже. А вот так выглядит уборная в доме архитектурного наследия. Там как бы вообще унитаз не работает. То есть здесь даже света нету. Чтобы смыть унитаз, нужно набирать воду на кухню, чтобы из ведра, чтобы сюда смыть. И постоянно крысы тоже бегают, шныряют здесь. И, конечно, если дом несет в себе историческую ценность, здесь, похоже, решили, что отопление жильцам ни к чему. Вот потрогайте, насколько у нас греют батареи. Чуть-чуть. Чуть-чуть совсем. То есть, если бы не обогреватель, то мы бы здесь просто замерзли. Здесь была бы минусовая температура. И куда только не ходили жильцы, куда только не обращались, но ни управляющая компания МУП ЦКС, ни администрация никакого внимания на их проблемы не обращает. Вроде как бы признали памятником архитектуры дом, и на этом все закончилось. То есть сносить его не будут по этому поводу, ремонтировать тоже никто не хочет. Вот такое лицо памятника архитектуры. А если у вас появилось желание своими глазами увидеть памятник архитектуры, приходите на улицу Свободы, 77А. Оксана Стяжкина, специально для программы «Вятка Тудей».